Warcraft или Monopoly? Достойную альтернативу играм виртуальным предлагают в клубе по месту жительства Джем. В уютном помещении на рабочем поселке дважды в месяц проводят большой турнир по настольным играм. Приходят не только профессионалы, но и те, кто только планирует познакомиться с настолками. Для любого уровня подготовки здесь найдется игра по силам. Игры отличаются именно степенью сложности, то есть есть игры совсем казуальные, совсем простые, такие как Uno, Свинтус, Дженга. Есть игры более сложные, то есть это Каркасон, допустим, или Бэнг. Есть игры, ну, прямо вот очень серьезные, такие как Манчкин, Pathfinder. Это уже настольно-ролевые игры называются. За этим столом профи объясняет правила новичкам. Разобраться сходу, что означает та или иная карта, получается не всегда, поэтому слушать нужно внимательно. Эта игра называется «Находка для шпиона». Правила схожи с популярной мафией. Вначале каждый получает ролевую карту, затем следует череда вопросов и ответов. Вопросы нужно задавать так, чтобы определить, кто шпион. Ответы нужно тоже задавать, чтобы определить, показать всем, что я не шпион. А вот шпион, сейчас мы его найдем, шпион, должен угадать, где мы сейчас находимся. Соответственно, шпиону будет интересно слушать все ответы и вопросы. Джем – один из 19 клубов по месту жительства, принадлежащих городскому молодежному центру. Клубы разделены по трем направлениям – спортивное, интеллектуальное и прикладное творчество, кому что по душе. Причем все совершенно бесплатно. Вот сегодня вы присутствуете как раз на мероприятии, которое занимается интеллектуальным творчеством, то есть в этом клубе люди играют в настольные игры, смотрят фильмы с последующим их обсуждением, ну и вот такого рода разные мероприятия проводят, беседы всевозможные, ну интересные, приходите, послушайте, посмотрите. Узнать, когда планируется ближайший турнир, можно на страничке Джема в социальных сетях. Там же есть удобное расписание прочих мероприятий. Прийти можно одному или с компанией. Здесь, уверяют сотрудники, рады всем, кому интересна современная молодежная культура. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.